Now I will give floor to Maybek Bachagayev, who represents Chechnya and France, and he will talk in Russian, as I said. В зале кто-то есть, кто не понимает русский язык? Можете не мучить переводчика? Anybody needs translation from Russian to English? Would you raise your hand? To be sure it needs... По-моему, все понимают, да? Okay, чтобы не мучить переводчика. Обычно я быстро говорю, это всегда проблема для переводчика. Смотрите. Молчать, да. Окей. Я извиняюсь за свой язык, за английский, который у меня, мягко говоря, никуда. Я хотел бы остановить ваше внимание при обсуждении причин развала СССР на роль и значение региона Северного Кавказа в процессе демонтажа Советской империи. Дело в том, что данный регион был далеко не простым наблюдателем данного процесса. Я бы сказал, что он был одним из числа основных игроков этой борьбы наравне с Прибалтикой, Грузией и Азербайджаном. Развал Советского Союза не был чудом. Его распада ждали, к этому стремились как на Западе, так и внутри самого советского общества, в лице более продвинутой части общества. То есть здесь не было и не могло быть фактора случайности, но вопрос, который стоит сегодня, это понять, что явилось основой его распада. Почему Россия видоизменилась, отказавшись от Советской империи, преобразившись вновь в Российскую империю, но в рамках границ первой половины XIX века? Многие считают, что основную причину все-таки обостряют на финансовом кризисе. Вчера очень, кстати, ведущий специалист Андрей Ларионов довольно-таки хорошо сказал по этому вопросу, что основа проблемы развала Советского Союза все-таки не лежала только лишь в экономических проблемах советского государства. И нефть, и деньги, которые Советский Союз должен был платить, не были той катастрофой, которая могла бы развалить это чудовище, которое называлось Советским Союзом. Безусловно, это не может быть одного момента в распаде Советского Союза. Есть сочетание многих проблем, которые саккумулировались в данное время и поставили точку в одной из самых кровавых империй в истории. По всей вероятности мы упускаем один момент, а именно, что Россия сфокусировалась на решении своих внутренних проблем. Ведь речь шла о существовании самой Российской Федерации в рамках границ, которые сегодня обозначены ею как Россия. Вы все прекрасно помните, что президент Советского Союза Михаил Горбачев попытался нанести удар Ельцину путем вывода из его подчинения автономных образований, входящих в состав союзных республик. Закон о разграничении полномочий между Советским Союзом и субъектами Федерации от 26 апреля 1990 года предполагал в первой же статье, что Советские Социалистические Республики и автономные республики являются равными субъектами советского государства. И по решению Верховного Совета 20 августа, за день до ГКЧП, которое прервало этот процесс, 20 августа должен был быть подписан это соглашение в лице 32 уже республик нового государства, за исключением трех республик Прибалтики. Данная игра Горбачева основывалась решимостью ослабить Ельцина в его противостоянии центру. В России в те дни сложилось, по сути, два главных очага напряженности. Это Северный Кавказ, безусловно, в первую очередь в лице Чечни, и Поволжье в лице Татарстана и Башкортостана. Если Татарстан вел диалог путем ведения переговоров как с Горбачевым, так и с Ельциным, выторговывая для себя уступки наперед, то в Чечне все было проще. Грозный не хотел вообще разговаривать с Ельциным и готов был подписать со всеми союзный договор, включающий в ее состав равноправных субъектов новой страны. Пытаясь выбить почву из-под ног Горбачева, Ельцин, будучи в поездке в Татарстане, заявил фразу, о которой он долго сожалел позже, к которому он обратился к народу и сказал: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». После чего по всей стране начался парад суверенитетов. Москва на глазах фактически начала терять почти треть своих территорий. Поэтому на фоне этой проблемы, мне кажется, неудивительно, что Россия позволила распасться Советскому Союзу. У нее у самой уже горела земля под ногами и вынудила больше тревожиться за сохранение себя в рамках Российской Федерации, избавившись от союзных республик с их более глобальными проблемами.
Это был ход своего рода тех стратегов, которые, будучи в окружении Ельцина, пытались его убедить, что после решения проблем внутри Федерации можно будет заново привязать и союзные республики. Они были в чем-то правы, видя, как президент Назарбаев 2 года после распада Советского Союза умолял восстановить Советский Союз на фоне непонимания отдельных республик Центральной Азии, что делать с этим суверенитетом, с этой независимостью. Они были в растерянности от того, что получили эту независимость, не знали, как действовать дальше в системе, вне системы советского государства. Но есть и принципиальное различие по сравнению, что происходило на уровне Федерации и Советского Союза, то есть по сравнению с Советским Союзом. Мало кто из великих держав хотели тогда и хотят сегодня развала Российской Федерации. Теперь уже Запад не очень себе представляет, что может быть в случае выхода отдельных республик из состава Российской Федерации. Есть закономерность, которая в мировой политике обозначает как «реалполитик». Каким бы то ни был прогрессивным политиком, демократом, пока он при власти, он забывает о правах человека касательно других стран. И как только оказавшись вне этой политики, они вновь вспоминают и начинают активно использовать данный тезис. Эта двойственность ставит затруднительное положение молодое и только формирующееся национальное движение на Северном Кавказе. Кто будет опорой для них, кто будет поддерживать их? Пока мы видим только сигнал от Грузии, но этого мало. Необходима серьезная поддержка на уровне европейских институтов. И чем чаще дать понять Москве, что его политика не пройдет, тем быстрее это поймут Кремль и будут, что хотя это будет сделано под скрежет зуб, они вынуждены будут хотя бы что-то поменять. Надо раз и навсегда необходимо дать понять, что власть в Кремле не имеет никакого отношения к демократии. 5 лет на Западе искали демократические зачатки в глубинных недрах президента Медведева. Сами себе придумали сказку о том, что он противник Путина, что он нуждается в помощи Запада. В каждом его взгляде усматривали, посмотрите, что сказал Путин, посмотрите, как Путин посмотрел на Медведева, как Медведев хорошо выступил, он оскорбил Путина, он обидел Путина, он сейчас пойдет войной против Путина. Во Франции это считалось чуть ли не одной из главных новостей, когда Путин или Медведев друг друга обменивали взглядами. Это считалось, что на этих взглядах, как эпоху Советского Союза, кто какой член политбюро садился от генерального секретаря, пытались выяснить, когда начнется эта война между Путиным и якобы этим Медведевым, президентом Медведевым. В итоге все, что начиналось с Путина, вернулось обратно к Путину. А неудачник наш президент Медведев в последнее время пристрастился к танцам, находя в этом, видимо, утешение. Просто невероятно, как на Западе хотят быть обманутыми своими же ошибочными выводами о неизбежности демократизации России. В тот день, когда Россия станет демократической, ее не будет как государство. Это государство не жизнеспособно и не сможет существовать тех правил, которые диктуются западными ценностями. Это раковая опухоль Запада, и лечить ее надо хирургическим путем, а не кремами от Диори Шанель. Почему Чечня стала в авангарде противостояния Москве? Дело в том, что Чечня, по признанию многочисленных отчетов, которые позднее удалось уже ознакомиться после развала Советского Союза, фактически в десятках, сотнях и тысячах реляций, которые они отправляли в центр Москву, все время говорилось о том, что Чечено-Ингушетия советская власть сконцентрирована исключительно на территории города Грозного. За территорией города Грозного не существует никакой советской власти. Вся власть полностью контролируется в лице старейшин и религиозных структур в виде суфийских братств. То есть данная территория была идеальна, чтобы при первой же возможности стараться выйти из подчинения центральной власти. Что и попытались сделать в свое время чеченцы накануне развала Советского Союза. Даже такая часть Северного Кавказа, как Республика Северная Осетия, была первой среди всех северокавказских республик, провозгласившая суверенитет. Но в отличие от Прибалтики и даже по сравнению с Татарстаном и Башкортостаном, ситуация на Северном Кавказе приняла более радикальный характер. Во-первых, это было связано с отсутствием опыта ведения политической игры с более опытным игроком Кремлем со стороны только что зарождающейся новой интеллектуальной элиты в регионе в лице националистов, идеи которых на первых порах были ближе к социал-демократическим партиям, чем к кому-либо другим партиям.
Однако со временем эти партии стали прогрессировать в сторону радикализма с элементами исламского возрождения. Национализм, перемешанный гордостью возрождавшегося ислама в регионе, сделал эти партии и движения уже ближе к экстремистскими, где национальность уже перемешивалась с политическим экстремизмом, и который на фоне Чеченской войны плавно перешел в исламский фундаментализм, где роль немусульманского элемента стала уже второстепенной, что грозит оттоком людей из состояния вечной борьбы со всеми в лагерь нигилистов, что также негативно скажется на всем регионе. Регион Северного Кавказа неоднороден в своих политических пристрастиях и в задачах достижения своих целей. Сегодня стоит отметить две крупные силы в лице мусульманской элиты и все еще пока сильно в своих позициях националистов. Позиции националистов подкреплены активным участием и продвижением их идей национальной культурной элиты. Единственная слабость у данной силы – это их стремление отгородиться от тех, кто требует большего присутствия ислама в обществе. Отрицание очевидного эволюционного пути всех северокавказских народов путем укрепления ислама в регионе может привести к более тяжким последствиям, чем это себе представляют отдельные лидеры националистов. Впрочем, существует и опасность в лице мусульманских лидеров, отрицающих националистов, что делает оба крыла одного и того же лагеря слабыми в их противостоянии Москве. Как не может быть вечной военной борьбы, так и не может быть и мира без военных структур на Северном Кавказе, ведущие военное сопротивление. Они взаимообогащающие, и их разделение вредит им в их противостоянии Москве. Не стоит бояться мусульманского элемента общества в обществе Северного Кавказа. Необходимо видеть в них не потенциальных врагов, а нужно рассматривать как политическую силу, имеющую на сегодня сильную базу в обществе Северного Кавказа. Отрицать это и делать вид, что их нет, это просто глупо и заведомо проигрышная ситуация для любого партнера, который захочет быть игроком на Северном Кавказе. Уже сегодня надо начать диалог с исламистами, чтобы уже завтра не оказаться за бортом политической действительности Северного Кавказа. Также не стоит переоценивать возможности местной интеллигенции, которая может красиво говорить, но не может и не умеет быть лидером, более того, боится стать этим лидером. Ее больше устраивает быть наблюдателем и критиковать, но не стать во главе каких-то политических сил, тем более сегодня среди них нет ни одной ярко выраженной персоны, способной повести за собой народ того или иного этноса на Северном Кавказе. Это тоже одна из причин, что местная интеллигенция в Чечне, организовавшая революцию в 1991 году и свергнувшая промосковскую власть, еще находясь в составе Советского Союза, не смогла удержать власть в своих руках и была оттеснена амбициозными фигурами, которые позднее уже близко отождествляли себя именно с исламским построением государства. Понимание местной северокавказской интеллигенции – это, если мы берем северо-западную часть Северного Кавказа, то это вечный торг с Москвой. Надежда на то, что как умерла Насреддина, что со временем, если не Ишах сдохнет, то уж точно падишах умрет. В том, что чеченцы не смогли повторить путь прибалтийцев до конца, много причин как субъективных, так и объективных. Но главное – это выжидательная позиция международного сообщества, которые с интересом наблюдали, как русская армия бежит из Чечни, как чеченская политическая элита пытается сама решить проблемы с метрополией, но международное сообщество не хотели быть втянутым в противодействие с Россией. Потеряв Чечню образца 91 года, сегодня мировое сообщество имеет дело уже с Северным Кавказом, который разделяем многочисленными конфликтами, в том числе религиозной напряженностью. Потеряв Чечню демократическую образца 91 года, ее соседи получили Чечню, с помощью которой Москва намерена решать свои проблемы не только на Северном Кавказе, но и по всему Кавказскому региону, и даже мы видели, как их используют в международном плане, посылая их в качестве миротворцев на Ближний Восток. Когда мы говорим о Северном Кавказе сегодняшнем, то стоит отметить, что он не стал менее проблемным, чем он был в 91 году. Наоборот, регион стал зоной, в которой четко обозначились первые кандидаты на вылет из России. Это Чечня, Дагестан и Ингушетия. И именно об этих республиках подразумевают русские националисты, когда ставят тезис об отделении Кавказа от России. Да, я закончу. Единственная разница с 91 годом, так это то, что в российском обществе сегодня на полной серьезности уже рассматривается сам факт отделения от России той или иной республики. То, чего не могло быть и в помине в 91 году. Две войны в Чечне изменили не только ситуацию в регионе Северокавказском, но и изменили менталитет в российском обществе, заставив их обсуждать проблему, саму проблему отделения определенной части Российской Федерации. Готова ли Россия сегодня уйти из Кавказа просто так? Конечно, нет.
Не будем испытывать излишних иллюзий в этом вопросе, но уже сегодня мы говорим не о виртуальной возможности отделения части региона из состава Российской Федерации, а говорим уже на основе той базы, которая создалась в российском обществе, которая не будет рассматривать данный вариант уже как гибель своей страны. Переброска в регион самых боевых частей российской армии, сконцентрированное здесь наибольшее количество военных сил всей российской армии. Это также факт, свидетельствующий и понимание Москвы, где будет следующая перекройка государственной границы Российской Федерации. И уже сегодня мировое общество, которое будет занято Кавказским регионом, стоит позаботиться о том, что будет завтра и с кем они будут вести дела в будущем регионе Северного Кавказа. Само общество Северного Кавказа все еще на стадии формирования своей национальной политической элиты, с которой и надо будет вести диалог в будущем. Поэтому опыт тех, кто уже стал на ноги и держит курс на безвозвратный уход из системы коммунистического прошлого, ценен и актуален для этого региона как никогда. Спасибо за внимание.